Привет всем, дорогие друзья! Чтобы долго вас всех не беспокоить своим присутствием в мониторе, спешу сообщить только одно. Это видео о моей второй поездке в Америку, которая состоялась в декабре 2009 года с театром Юрия Куклачева. Ну, а тот саксофон, который вы сейчас вскоре услышите, это ваш покорный слуга играет. Я собрал это видео из разного времени. Здесь и концерт на теплоходе «Александр Пушкин», на котором я работал прошлым летом, и фотографии, сделанные в Лос-Анджелесе в парке University City, и мои любительские съемки, сделанные там же. Удачного всем просмотра и напоминаю всем о подписках. Я ваш взаимный подписчик. Я, конечно, не обещаю, что абсолютно все ваши видео буду просматривать, так как сочиняю и записываю свою музыку, и просто на все у меня абсолютно нет времени. Тем не менее, пишите комментарии, пишите в комментах пожелания, и я всегда откликнусь на вашу просьбу, если не сразу, то чуть позже. И сейчас прозвучит для вас песня из репертуара американской группы Bee Gees «How Deep Is Your Love». Ну, она переводится как «Глубока твоя любовь», ну, «Насколько крепко ты меня любишь». Итак, увидимся, как всегда, в пятницу. Приглашайте своих друзей обязательно вечерком, и я вам расскажу и покажу кое-что интересненькое из моего старого сундука. Мне хотелось бы всем объявить, что вот этот выпуск моего видео я буду делать каждую среду еженедельно в формате небольшого анонса того или иного моего музыкального произведения. Итак, пока, друзья, увидимся в пятницу. А кто не сможет в пятницу, значит, в среду следующей недели. Всего хорошего. Смотрим и слушаем. Bee Gees, How Deep Is Your Love, саксофон.